В настоящее время привиты дети с 6 месяцев до 3 лет, с 3 лет до 7 лет, это неорганизованные дети, и дети организованные коллективы, это детские дошкольные учреждения, и начали прививать школьников. Окончание вакцинации будет продолжаться до 1 ноября. В настоящее время привито 17 200 человек. Обязательно спрашивается согласие родителей и оформляется документ, отказ или согласие. Эффективна ли вакцина? Что в принципе дает прививка? Вакцина против гриппа эффективная. Мы ее рекомендуем делать мамочкам и взрослым, потому что она не дает никаких ни побочных эффектов, ни осложнений для детей. Поэтому для того, чтобы противостоять заболеванию гриппа, нужно обязательно вакцинироваться. При вакцинации обязательно формируется иммунитет против гриппа, и человек может заболеть, но не будет осложнений, допустим, пневмонии, менингита. Сколько времени у родителей есть, чтобы изменить свое решение? Привиться ребенку никогда не поздно. Главное, захотите, сделайте это. В настоящее время желательно, конечно, привиться уже сейчас, потому что скоро начнется подъем заболеваний, острых респираторных инфекций и гриппа. Никогда не поздно, можно и в декабре привить, можно и в январе привить. Но лучше, желательно, до 1 ноября привить ребенка, до подъема заболеваемости.